вчерашняя игра получилась тяжелой. Как бы Омск, ну, во-первых, у него плюс два игрока было вчера, сегодня меньше на двух игроков. И, ну, как бы они агрессивно защищались, дали такую защитку, что мы немножко не справились. Вот. И получается, мы, ну, и их агрессия, как бы, всю игру, мы как раз вот в этом компоненте проиграли. То есть, ну, как всегда, кто больше хочет, тот и выигрывает. И вот как раз вчера так получилось. Но сегодня уже настрой другой у девчонок. Плюс тренер поменял немножко защиту. И за счет этой защиты, как бы, я считаю, что Омск с ней не справился. И мы выиграли эту игру. Вчера показалось, что был момент, когда «Динамфар» могли переломить. Там плавала туда-сюда разница, и был момент, когда можно было дожать соперника. Ну, был такой момент, да, в игре, но, понимаете, он момент где-то расслабления. То есть сегодня нас тоже, да, мы там вели 29, потом раз нас до 20-ки догнали. То есть всегда в игре, ну, знаете как, то вверх, то вниз. Вот, и просто Омск потом подсобрался, и они доделали свое дело. То есть, ну, вчерашней игре, я говорю, Омск на голову был. Ну, не на голову, но на пол головы точно был сильнее нас, поэтому тут. Пока это самый сложный игрок для «Динамо Фарм» с начала чемпионата. Да, но это самый сложный соперник. Это один из лидеров, как бы, чемпионата, бронзовый призер того года, серебряный, там, еще год назад. То есть команда всегда в медалях, и это очень серьезный соперник. У нее специфический, как бы, стиль игры, то есть у них агрессия всегда, и всем тяжело с ним играть. Вот. Поэтому самый сложный, да. В Питер с каким настроением едете? В Питер едем... Ну, на каждую игру выходим за победой, вот. Поэтому и в Питер... Тоже не исключение, поэтому будем биться в каждой игре за победу.